Всевозможных конкурсов красоты сегодня очень много. Вселенной, мира, континента, страны, города, вуза и даже факультета учебного заведения. В последних, хоть и участвуют не профессиональные модели, а любительницы, градус настроения и накал эмоций явно зашкаливает. В празднике красоты образца 2017-го приняли участие 8 представительниц прекрасной половины Брестской альма-матер. А желающих представить факультет, признаются организаторы, было раз в 5 больше. Самых лучших, самых активисток, самых передовых на этом факультете. Они будут бороться по нескольким номинациям, по нескольким турам. У них будут визитки, несколько визиток, будет интеллектуальный конкурс, вот, на котором они смогут продемонстрировать свои таланты и продемонстрировать то, что они действительно достойны занять первое место. Для Анастасии Потоцкой участие в подобных проектах не новое и не в диковинку. За хрупкими плечами первокурсницы ни один триумф. Побеждала, но останавливаться на достигнутом не собирается. Почивать на лаврах – это не про нее. Настя признается, что и на этот раз она выходит на сцену, чтобы надеть ослепительную корону и приобрести интересный опыт. Готовилась долго, продумывала все до мелочей. Допустим, даже чтобы какая-то сережка вот подходила к моему образу, даже туфли, абсолютно все. Я была в лагерях и участвовала уже 2 раза, и 2 раза побеждала. И когда я заканчивала школу, у нас тоже в моем городе проходит конкурс «Мисс», но я не хотела туда пойти. Я сказала себе, что я обязательно пойду в университете на «Мисс», чтобы победить. Умницам-красавицам пришлось сразиться в жарких творческих баталиях в 8 номинациях. Традиционная визитка, конкурс интеллекта и творчества, дефиле и многие другие. Все задания, хоть и не затейливые, но в глазах участниц разожгли настоящий огонь. Дух соперничества, сильное волнение и воля к победе – все это закулисье проекта. Конкуренция. Все девушки достойные, все девушки красивые. Я думаю, что у меня все получится. Я участвую в этом конкурсе исключительно только для победы. Я не участвую в конкурсах ради участия. Мисс психолого-педагогический факультет Брестского государственного университета имени Пушкина. Конкурс новый. По его итогам, лучшая из лучших имеет возможность принять участие в республиканском межвузовском конкурсе грации и артистического мастерства «Королева весна».